Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Сейчас я нахожусь на круглом столе, который посвящен вступлению в полную силу 1 января 2020 года закона об ответственном обращении с животными. В этом выпуске мы подробно расскажем вам об основных изменениях в зоосфере, которые ждут нас уже в следующем году. Десятого декабря в новом пространстве Театра нации собрались представители самых разных сфер зооиндустрии. Ветеринарные врачи, владельцы приютов для бездомных животных, политики и профессиональные заводчики. Все они стали участниками круглого стола на тему «Готовность к вступлению в силу федерального закона об ответственном обращении с животными». Часть его положений вступили в силу уже в этом году, а часть заимеет силу только с 1 января 2020 года. Что будет по-другому в зоосфере со следующего года? Мы внимательно прослушали доклады участников мероприятия и готовы рассказать об основных изменениях вам. С 1 января 2020 года в силу вступает шестая часть 13 статьи закона об ответственном обращении с животными. Она посвящена правилам выгула потенциально опасных собак. В новом году гулять с потенциально опасными собаками без намордника и поводка будет официально запрещено. Исключение нахождения животного на огороженной территории хозяина. При входе на данную территорию обязательно предупреждающая надпись. В перечень потенциально опасных собак попали такие породы, как, например, северокавказская собака, бендог, американский бандог, акбаш и питбуль-мастиф. С 1 января 2020 года начнет действовать 15-я статья закона об ответственном обращении с животными. Она регулирует использование животных в культурно-зрелищных целях, в частности, их условия содержания в зоопарках, цирках и других развлекательных учреждениях. Согласно этой статье, со следующего года запрещается использование животных с целью предоставления посетителям физического контакта с ними. В связи с этим деятельность контактных зоопарков должна быть прекращена. Кроме этого, закон запрещает давать животным вредные препараты для повышения их эффективности. Усыплять животных, которые по каким-либо причинам больше не могут развлекать публику, также будет нельзя. Шестнадцатая статья закона об ответственном обращении с животными также вступит в силу в следующем году. Она определяет правила содержания животных в специальных приютах. Согласно этой статье, владельцы приютов должны в течение 10 дней после поступления к ним животного провести ему вакцинацию против бешенства, сделать стерилизацию и поставить неснимаемую и несмываемую метку. Кроме этого, хозяева приюта должны опубликовать в интернете информацию о каждом новом питомце, его фотографию, краткое описание, сведения о дате и месте обнаружения, другие дополнительные данные. В 2020 году появится правило отлова бездомных животных. Согласно 18 статье закона, которая уже совсем скоро вступит в силу, отлову не подлежат стерилизованные животные, имеющие неснимаемые или несмываемые метки. Если у кошки или собаки на ошейнике указаны сведения о владельце, ему должны вернуть животное. Кроме этого, организации, которые занимаются отловом животных, не должны применять вещества или приспособления, которые могут привести к травме у кошки или собаки, либо к их гибели. Сам процесс отлова должен обязательно быть запечатлен на камеру. Заниматься отловом бездомных животных в присутствии детей запрещается. С 1 января 2020 года вступает в силу 22-я статья закона об ответственном обращении с животными. Она разрешает конфискацию диких животных из запрещенного списка закона, если они появились у владельца после 1 января 2020 года. Исключение животных, которые содержатся с соблюдением всех требований в специальных учреждениях соответствующей лицензии, например, в зоопарках. В запрещенный для домашнего содержания список диких зверей попали такие животные, как пингвины, львы, тигры, крокодилы, медведи и другие. Мы перечислили основные изменения в зоосфере, которые ждут нас уже в следующем году. Помните о них и соблюдайте закон об ответственном обращении с животными.
О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!